В нашей стране продлили действие водительских прав, срок действия которых истекает в течение нынешнего и следующего годов. Данная инициатива направлена на снижение административной нагрузки на граждан и бизнес. Теперь в течение 3 лет необходимости в замене просроченных водительских удостоверений у водителей не будет. Они продлятся автоматически. Согласно постановлению правительства Российской Федерации от 23 декабря 2023 года, номер 2269, срок действия водительских удостоверений, истекающих в 2024-2025 годах, продлевается еще на 3 года. Замена водительского удостоверения все же потребуется в случае, если изменились личные данные владельца водительского удостоверения, например, фамилия, имя. Также в случае, если водительское удостоверение утеряно или украдено, если на водительском удостоверении есть повреждения, мешающие идентифицировать личность водителя, а также в случае, если у владельца водительского удостоверения появились медицинские показания, ограничивающие возможность управления транспортным средством. Транспортными средствами в личных целях, так и тех, кто трудится на производстве и занимается предпринимательской деятельностью. К слову, вообще в России водительское удостоверение действует 10 лет, потом его нужно заменить. Штраф за вождение с просроченными правами от 5 до 15 тысяч рублей.